Здобиччю нападника стали кілька тисяч гривень. На ці гроші він пиячив, доки його не затримали. Хлопцю 28 років. Пістолет, з яким він напав на магазин, виявився пневматичним. Свій вчинок молодик назвав дурощами, мовляв, хильнув зайвого. Тим не менш, за розбійний напад із стріляниною йому світить 7 років колонії. Так как на протяжении длительного времени до этого момента я употреблял так же само спиртные напитки, то есть решил организовать разбойное нападение с применением автоматического оружия. С угрозами потребовал от кассира деньги. После отказа кассира выдать деньги я произвел несколько выстрелов в сторону. У данного гражданина, который оказался жителем Хортьевского района, 1985 года рождения, изъят пневматический пистолет и маска с прорезями для гранат, с помощью которых он совершил данное преступление.